Курьезная ситуация вчера произошла в Москве, но это для нас она курьезная, а для того человека, который ее создал, она, скорее всего, превратится в плачевную. Отель, где жил Такер Карлсон во время нахождения в Москве, заминировали, а самого журналиста требовали арестовать. Вечером 8 февраля неизвестный позвонил силовикам и сообщил, что московский отель Four Seasons заминировали, и в нем находится 50 килограмм тротила. Звонивший требовал арестовать Такера Карлсона, иначе гостиница на Охотном ряду будет взорвана. Здание, конечно же, проверили силовики, никакой взрывчатки там не нашли. И курьезная ситуация заключается в том, что на тот момент сам Такер Карлсон уже покинул Москву. То есть он уже к тому моменту просто улетел из России. А тот человек, который звонил по телефону, он не знал об этой ситуации и вот хотел таким образом разыграть, да, этого журналиста. Теперь этого мужчину, который звонил, нашли, и ему грозит 20 лет лишения свободы за то, что он, так сказать, неудачно пошутил. Так что, друзья, будьте аккуратны и осторожны в своих деяниях или злодеяниях, как это назвать, не знаю, проще. В общем, будьте осторожны. Берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно слушайте мои песни на Spotify, на YouTube и Яндекс.Музыке. Напишите просто Кузьминов в любом поиске. Всем пока. Водопадами, водопадами, не вернуть ее серенадами, не покажет вида контрольному, ты дерзаешь смотри. Водопадами, водопадами.